Ребята, всем привет, с вами снова Орлов Павел. Чтобы узнать человека, достаточно спросить, какие у него самые любимые детские книжки. Я для вас подобрал 30 лучших. Вам интересно узнать? Погнали! Серия книг о Гарри Поттере. Джоан Роулинг. Малыш и Карлсон. Астрид Лингрен. Книга джунглей. Рюдьярд Киплинг. Остров сокровищ. Роберт Стивенсон. Маленький принц. Автор сложный. Антуан де Сент-Экзюпери. Волшебник изумрудного города. Александр Волков. Винни-Пух. Александр Милн. Муми. Серия Т.В. Янсен. Золотой ключик или приключения Буратино. Алексей Толстой. Хроники Нарнии. Клайв Льюис. Рассказы о животных. Сатон Томпсон. Хоббит или туда и обратно. Джон Рональд Руэль Толкиен. Легенды и мифы Древней Греции. Николай Кун. Два капитана. Вениамин Каверин. Пеппи Длинный Чулок. Астрид Лингрен. Питер Пен. Автор Джеймс Барри. Айвенго. Автор Вальтер Скотт. Убить пересмешника. Харпер Ли. Человек-амфибия. Александр Беляев. Серия книг о Незнайке. Николай Носов. Сказки Андерсена. Сказки братьев Гримм. Сказки Пушкина. Белый клык. Автор Джек Лондон. Приключения Тома Сойера. Автор Марк Твен. Робинзон Крузо. Даниэль Дефо. Вокруг света за 80 дней. Жюль Верн. Одиссея капитана Блада. Автор Рафаэль Сабатини. Ну и, конечно же, русские народные сказки. Ребята, а вы любите читать? Я, например, очень люблю, потому что в книгах мы можем узнать много чего интересного. Надеюсь, вам понравились мои подборки, и вы подпишитесь на мой канал, нажмете на колокольчик, чтобы быть в курсе всех моих новых видосов. Ну что, пока!